Я сейчас подойду. Ага, сейчас подойду. Вот здесь. Венцов, сам что стоит. Позор ментам! Руки, глаза просто. Че менты? Бедные менты не виноваты. Да, они не виноваты. По назначению Назарбаева делают. Они не виноваты. По его прямому указанию. Причем тут менты? Дали команду. Местный Аким. Да. Новый министр. Что-то после этого рядового полицейского сказали, и после него подписали. Ему нужно было в фотостудию сняться для фотографии на визу. Он просто выехал здесь. Сотни полицейских стоят, видимо, дали ему указание. Вы понимаете, что после того, как его несколько дней назад официально зарегистрировали, к нему и прикасаться нельзя, если уж так, буквально по закону. А тем не менее его задерживают. Те, кто задерживают, прекрасно знают, что этого делать нельзя. То есть они топчут закон, который сами разрабатывают, сами для себя пишут, сами принимают. А их ответ на это? Это их ответ на наши общие действия. Мы буквально с председателем 2 дня назад вернулись, на 1,5 сутки мы летали в дальний город, в Актау. То же самое там происходило. Сошли с машины, с самолета, поехали, по пути останавливают, абсолютно бесконечные слежки. И это происходит здесь у вас. Ладно, там что творится с нашими активистами на местах, это полный беспредел, когда их задерживают, инкриминируют им. Какие угодно грехи, а здесь даже вот, ну, через 10 минут вы можете приехать. И нет, они не считаются
У них уже ни совести, даже они не оглядываются. Я не знаю, какой они должны были извне получить сигнал, кого они должны в эту страну привести для собственной легитимизации, для того, чтобы сказать, что режим приличный, с ними общается Клинтон, с ними общается Киссинджер, целая куча народу. Там, так что у него официальная регистрация. После этого, естественно, у него абсолютный иммунитет. Ни в одном приличном обществе этого делать не будут. Для них, понимаете, вот эти шаги, это демонстрация. Нам силу свою демонстрировать не нужно. Мы его не боимся. Мы решились, и нас ни Жермахан, ни нас, ни наших сторонников они не остановят. Но это циничная демонстрация для простых граждан, что мы не можем сделать такое. Вот есть международный наблюдатель, есть миссия ОБСЕ за наблюдение.